Всем привет! Как вы уже поняли, у меня снова сломалась машина, причем, как всегда, повезло. Мы поехали вчера в Ржев, там в кино Евушку возили, и еще я покупал колеса там, и по мелочи, что мне надо для ремонта в том доме, то есть там для печи кое-что купил. В общем, мы съездили туда 80 километров, приехали обратно 80 километров, остановились на своей почте забрать посылки, и у меня... лопнуло сцепление уже именно в поселке, в Молодом полностью разорвался трос сцепления пополам в середине, причем не где-то там, где он мог действительно прогнить, а просто в середине протерся, я не знаю, как он там. С горочки я скатился вниз, а потом меня дотащили до дома. Поэтому, чтобы мне сейчас купить деталь нужную для, ну сам этот трос, собственно, новый, мне надо каким-то образом починить старый трос. Вот как всегда, вот такой вот геморрой. Мне сегодня надо было ехать за специалистами отдела в БТИ, чтобы они уже начали делать межевание участка. То есть, ну, пришлось перенести, теперь поеду в понедельник. Сегодня все-таки поеду, сделаю на сход-развал, доделаю все. Я две резины купил на колеса новые зимние, потому что спереди поизносились, и поставлю, собственно, их, чтобы все уже к зиме быть готовым. Так что сейчас попробую этот трос починить. Ну, единственное, что крупно вообще нереально повезло, то, что это не случилось на глухой трассе. Мы сюда ездим по старой дороге, где ни одной машины фактически не было. А лопнуло оно уже в поселке, и до дома, в принципе, было буквально каких-то там какой-то километр. Ну что ж, план, как всегда, гениальный у меня. Я здесь, вот это куски от этого троса, вот он сам, сама оплетка от троса. Я сначала хотел, где, вот, здесь высверлить. Пытался остатки троса, но это невозможно. Все сверла просто горят. Ну, невозможно сверлить трос вот этот, его никак не высверлить. Поэтому я решил, что сейчас я нарезаю вот здесь резьбы на этих штуках, накручиваю сюда кучу гаек. И затем все привариваю к тросу. А трос у меня был старый тросик от ручника. Вот у меня здесь кусок троса. Он немножко толще, попрочнее, но вот. Я попробую приварить сейчас вот так вот гайки к тросу. И уже эту гайку приварить вот на эту всю конструкцию. Где там? И вот эти гайки тоже, то есть вот так вот где-то это будет вместе с тросом. Надеюсь, что у меня получится трос приварить. Я сейчас на маленьком токе попробую. И, в принципе, тогда можно будет это все собрать и временно доехать. И купить уже нормальный вот этот трос и его поставить. Потому что дело, в принципе, это где-то минут 7. Ну что ж, вот у меня здесь есть гайка. Сейчас я попробую сюда тоненькими электродами вот так вот приварить трос. По идее, ничего в этом сложного нет и должно хорошо привариться. Ну что, приварилась мертво к гайке. Сейчас мы ее вот открутим. Вот, получилась такая вот конструкция. Трос очень крепко держится. Я пытался его вырвать. Это невозможно отсюда. То есть, ну, отлично. Так что надежда на хороший исход все-таки затеплилась. Потому что я не думал, что получится приварить трос. Ну, почему-то мне так казалось, что тут полуавтомат нужен, он слишком тонкий, но ничего, крепко очень приварился. Ну что, фантастически красивым, конечно, не назовешь, но очень прочно. Ну, по крайней мере, по ощущениям, не оторвешь. То есть я пытался тащить руками, руки скользят по тросу. Ну, посмотрим, как ногой, понятно, сильнее будешь жать в машине. Ну, глянем, теперь можно собирать ответную часть и вставлять это все во втулку. Все точно так же, как в прошлый раз. Здесь сначала подрежу резьбу, накручу гайки, их приварю сюда, и потом отрежу трос нужной длины. И все. По идее, все будет готово, можно будет попробовать поставить на машину. Резьба, конечно, здесь не особо, но у меня нет другой плашки нужного. Чуть меньше на один размер всего нужно. Но тогда мне и гаек тоже не будет. Поэтому приходится такими, но ничего. Наварил гайки сюда. Так просто на прихваточке.
Тут тоже в торец сварил. В общем, никуда не денется. Все. Сейчас отрезаю трос в нужный размер, привариваю гайку и все, и буду ставить. Ну что, все, весь трос готов. Заваренный. Главное, что крепко должно быть. Пойду попробую поставить и посмотреть, как получится. Думаю, что все должно быть хорошо. Ну что, все получилось. Единственное, что все-таки немножко длину троса не рассчитал. Там на самый краешек пришлось гайки натягивать. Но так едет, так что все, сейчас поеду. Куплю новый трос, потом его поставлю. Надеюсь, что сделаю сход-развал и поставлю нормальные колеса спереди. И все будет наконец-таки закончено. Но единственное, что надо опять еще прокачать тормоза, потому что когда более такой нормальный минус, слишком глубоко проходит педаль. Ну, то есть, если как обычно, то есть это зимой бывает, жидкость все-таки немножко она сжимается, нигде не подтекает, то есть уровень жидкости всегда один и тот же, но вот такой вот косяк в мороз именно. Когда оттепель уже где-то больше плюс 2, такого вообще нет, то есть все тормозит хорошо, но вот если минус 5, то уже немножко хуже. Сход-развал я опять не нашел, там, где мне подсказали, что он где-то тут недалеко есть и делают его, поэтому, наверное, все-таки придется опять ехать в Ржев и вот сделать наконец, чтобы уже нормальную резину поставить. Но зато купил новый трос, все, вот он, теперь его можно поставить, потому что этот в принципе отлично работает, ничего с ним нет, но он, у него сам тросик вот этот, он без оплетки, точнее здесь он вставляется в такую вот уже пластиковую трубку, а там эта пластиковая трубка уже стерлась, и видимо поэтому он А вот этот верхний кожух, он довольно там жесткий, он весь истерся, то есть, и поэтому этот тоже и затрется быстро, потому что если тот трос был еще и сам весь пластиком запаян, то тот просто, он обычно металлический, поэтому он и слышно, когда педаль нажимаешь, что как он трется, то есть это быстро износится, но зато в качестве запасного вполне себе пригодится, если в дороге в следующий раз какой-нибудь сломается. Поэтому, скорее всего, еще если через несколько лет в багажнике будут лежать все возможные детали, какие только есть. Потому что фактически, за исключением нескольких штук, которые необходимы для ремонта двигателя, там прирезки седел и еще прочего, то есть у меня почти уже все есть. Всевозможные съемники для всяких разных там вещей. То есть все, что угодно уже есть, все возможные ключи нужные там и прочее, и прочее. То есть осталось только вот маленько совсем накопить, и можно будет открывать уже автомастерскую. Так что ладно. Пока все работает хорошо. Надеюсь, что так оно и будет. Всем пока-пока.